Доброе утро, наши дорогие зрители, друзья. Я вообще в хорошем настроении. Я рада, что вы подписываетесь, что вы с нами, что вы комментируете, что пишете нам ВКонтакте, в группе. Ну, нам очень приятно. Я рада, что вы с нами. Оставайтесь с нами и дальше. И те, кто еще не подписан, подписывайтесь. Нам будет вместе очень весело и хорошо. Позавтракала салатом, конечно же, тортиком. Ну, как можно завтракать чем-то другим, когда ждут тебя салаты в холодильнике? Уже привела себя в порядок, ну как, жду, когда волосы высохнут. Я нанесла, кстати, свою новую термозащиту. Пахнет классно. Вот думаю, что все, теперь у меня волосы под суперзащитой. Мне она очень была нужна вообще термозащита, потому что так как я волосы крашу, волосы у меня всегда выравниваются плойкой, хоть и без фена, но подвергаются тепловому воздействию, их нужно защищать, потому что я свои волосы очень берегу, это для меня как одна из составляющих моей красоты, как бы я волосы берегу. У меня сегодня в планах немножко поубирать в квартире, там мама попросила, выполнить папу на поручение, он тоже меня попросил одно дело сделать, смонтировать видео. И, возможно, я поеду к Каринке на работу, посижусь немножко, потому что я знаю, что ей там очень скучно всегда, приеду, поболтаюсь, не посижу сколько смогу. Я, кстати, налила уже в свой подарок, в огромный подарок водичку, добавила один кусочек лимона, стояла, проверяла, выливается ли с него вода. Но она как бы так, в принципе, не выливается, но чуть-чуть начинает потом капать, как, в принципе, и со всех таких стаканов. К сожалению, меня это, конечно, расстраивает, но ничего страшного, я же не буду постоянно ходить и переворачивать этот стакан. Смотрите, он переливается, как бы. Короче, я сегодня всеми подарками почти попользовалась. Накрасила тарелки гелевой подводкой, которую мне Каринка и Женя подарили. Как она ложится, конечно, хорошо, и она будет, видно, очень хорошо держаться, потому что я начинаю красить, я все время подправляю тарелки ватными палочками. А тут, понимаете, оно все, оно застыло, и не могу, короче, капец. Поэтому мне стрелки получились вообще такие огромные, жирные. Я обычно люблю красить стрелочки тоненькие, с уголка вот так кошачьи. Ну, сегодня буду такая. На улице вообще ужасно мерзкая погода. Шубка моя порвалась. Сгладили меня. Я два дня только поносила, она у меня порвалась. Представляете, вообще капец, беда. Вчера с этими сережками приключения, какая-то ходячая беда. Говорю, мам, мне 20 лет исполнилось, а ничего в жизни не поменялось. Еще хотела сказать большое спасибо Самвелке, что он меня поздравил с днем рождения. Дядечка, спасибо тебе большое. Мне очень-очень приятно, что ты позвонил и в Ютубе поздравил, что наш канал оставляешь, что люди подписываются от тебя. Ну, ты нам очень помогаешь в нашем нелегком деле. Я вообще сидела завтракала, а тут по телевизору идет гадалка. Слепого рожка, я не помню, как она называется. Ну, там типа сериала, что-то про какую-то слепую бабку, которая все видит, всем помогает. Ну, наверное, кто-то знает про эту передачу. Не передачу, это даже сериал. Ой, какой-то новый сюжет. В общем, смысл того сюжета, если девушка 3 раза побывала на свадьбе, то, скорее всего, она никогда не выйдет замуж. Такая сижу, думаю, блин, а я уже 4 раза была на свадьбе в своей жизни. Все, капец, не бывает мне женой. Такую хрень несут, извините, конечно, такой бред. Там, ну, вообще, пипец, на голову не лазит. Для кого вообще, для кого рассчитана эта программа, я не понимаю. Хотя она такая тупая, но все равно ее смотрю. Как и семейные драмы иногда мы смотрим, и вот бред, с этого телевизора вот эта деградация сплошная вещает, а я ее смотрю и деградирую вместе с ней. Мои шарики валяются. Остатки праздника. Знаете, после дня рождения всегда как-то грустно. Вот утро дня рождения самое крутое время. Вот ты знаешь, что вот тебе подарят подарки, тебе будут поздравлять. Сегодня твой день, внимание только тебе. А все, потом следующий день. Все, капец, про тебя все забыли. Но у меня, слава богу, есть канал на Ютубе. Про меня не забывают, со мной общаются мои другие зрители, да? Иду я такая вся крутая, со стаканом Виктории Секрет и в бабулиных тапках, которые она мне когда-то связала. Одно другому не мешает. Привет, мои хорошки, мои любимки. Смотрите, что на улице. Я сижу дома, а тут снег идет. Просто вам плохо видно, что он правда идет. И хорошо так идет, знаете, спокойный, размеренный, красивый снег. Боже, почему я сейчас одна? Сейчас бы пошли гулять. Я просто уже видео смонтировала, уже кашу молочную поела. Уже не знала, что мне делать. Просто мне папа не звонит там по делу его. А я из-за этого не могу к Карине поехать, потому что я привязана вот к дому. Дело близко, нужно исполнить. Что, придется смотреть Куплинова. Я открыла какое-то видео, и вот там игра про сиськи. Докатилась, мать. Пойду смотреть игру про сиськи. Наверное, сегодня мы с Лешей устроим дегустацию шоколада. Да и не Лёша, может быть, и с мамой, и с папой. Но папа вряд ли захочет сниматься, вы же знаете. Он только так, на секундочку, во вчерашнем видео появился. Так, чисто, знаете, порадовать меня на день рождения. Как говорится, почему бы и нет. Мне все равно скучно. Это осталось мое шампанское с дня рождения. Так что ваше здоровье.
А он сиськи, смотрите, ужас. Кошмар вообще, что я смотрю? Это просто игра ужас, я ужасы смотрю всегда. Лёша, кстати, себе купил вот недавно платочек. Я его сколько раз говорила, Лёша, купи себе платочек, хоть какой-нибудь, хоть он не купил, конечно, вообще, это очень тонкий, он какой-то по качеству, конечно, не очень, но пусть будет, потому что у настоящего мужчины всегда должен лежать платочек в карман, чтобы даме подать, если она вдруг плачет. Мама меня просто учила, что у мужчины всегда должен быть платочек. Вот, он просто не хотел, пошел сам себе выбрал, ну, наконец-то. Только что такая встаю, а вот это кресло было отодвинуто вот так конкретно вот сюда вообще, его фиг подвинешь, на самом деле, это кресло. Я либо не замечала, либо оно само как-то, либо эти ребята вот эти подвинули, знаете, как-то не очень приятно. Я вообще не сильно люблю сидеть дома одна, мне все время страшно. О, господи, кто это? До сих пор идет снег, вообще так хочется на улицу уже, мне еще никто не звонит, про меня все забыли. Буду доделывать видео, все сижу смотрю, та игра так мне не понравилась. Мне не прикольно сидеть смотреть на девушку, бегающую с огромными сиськами. Боже, как красиво за окном, там такой снег летит, вы бы видели, вообще просто бомба. Насмотрелась блогеров на ютубе, всех этих крутых посмотрела, и не крутых, и попали всякие разные. Боже, сколько людей на ютубе, я, честно говоря, просто влюбилась в него, это вообще, это просто жесть. Каждый человек может выражать себя, как он есть, показывать свою жизнь, показывать своих друзей. Он может быть придурком полным, может надеть маску какую-то, может показать себя самого, как он есть в жизни. Это реально круто, вообще, реально классно. То есть люди просто делятся своей жизнью, делятся своим каким-то опытом. Возможно, они просто прикольные. Они ничего могут не уметь в этой жизни, но на ютубе у них будет успех, их будут любить люди, и чего-то они дальше добьются. То есть, знаете, что-то типа вот прорыва такого. Ну, круто, круто. Я вот даже не знаю ни одного человека, который не смотрел бы ничего на ютубе. Поэтому я рада, что я теперь тут. Хоть я, конечно, пока что с маленьким каналом и с Лёшкой, но я верю, что у нас с ним все получится, что у нас все будет хорошо. Потому что мы тоже далеко не простые люди. А вот, еще хотела сказать, что у меня есть Твиттер. Кстати, я сильно люблю соцсети. Да, у меня их полно. У меня и Фейсбук, и Твиттер, и Инстаграм, и Аск для вопросов, и Контакт, конечно же. Не знаю, чего у меня еще нет. Одноклассники мне просто не нужны, там, перископы, все такое. Это пока что я до этого, слава богу, не дошла. Ну, Твиттер я, если что, оставлю в описании или в шапку, может быть, даже вставлю ссылочку. Просто потому, что у меня красивый розовый. Возможно, кто-то из вас просто сидит на Твиттере, могли бы там и общаться тоже. Контентиться везде-везде. Ну, на Фейсбуке, если вы добавляетесь, я не добавляю, не обижайтесь, просто я на Фейсбук вообще не захожу. На Фейсбуке у меня висит почти 200 заявок в друзья от каких-то непонятных людей, мужчин, вообще непонятных национальностей. Писали мне там уже на разных языках принцесса, красотка, о боже, там, как-то, знаете, меня тут Фейсбук пугает. На Фейсбуке меня папа лайкает, вот что я люблю, вот папочка там мне лайки ставит, у меня папа на Фейсбуке есть. У меня папа и в Одноклассниках есть. Мама в соцсетях вообще не сидит. Но я сильно люблю соцсети. Вот не то, что я прям от них завишу, но они крутые. Вот сильно люблю Инстаграм. Инстаграм и Твиттер. Хотя в Инстаграме иногда перебарщивают, блин, с фотографиями, с историями вверху. Но кто-то тоже делится яркими моментами какими-то. Есть классный Инстаграм. Вот зайдешь, и реально он яркий, интересный. Люди чем-то делятся мыслями, фотками, событиями. А есть типа такие Инстаграмы, типа ты вся такая необычная. Или там какой-то колхозный Инстаграм. В общем, Инстаграм это тоже классная штука. Очень нравится. Даже если вот с человеком ты не общаешься толком, ты его знаешь, ВКонтакте у тебя его нет, друзья. Зато в Инстаграм вы на друг друга подписаны, фотки лайкаете, знаете, прикольно. И Твиттер мне нравится. Твиттер нравится своим стилем и выражением мыслей. У меня, если зайти на Твиттер, у меня половину просто не поймешь, о чем я говорю. Можно подумать, что у меня просто какое-то расстройство психическое. Я пишу о чем-то непонятном, но это то, что происходит у меня в голове. Я так вот в эту психану напишу что-то в Твиттер. И все, успокоилась. Что-то вроде электронного дневника. Поэтому у меня еще есть и Твиттер. Есть и Аск, конечно же. Аск мне давно уже никто ничего толком не задает. Прошло это время, когда я была популярной, типа, ну так, чисто, знаете, среди своих. Там писали вопросы за парней, за, ну, как это всегда было на Аске. То есть там в основном любили... Что мне играть? Боже, пожалуйста, простите за этот ужас. Извиняюсь. А сейчас уже так вопросы не задают. Может, потом я стану celebrity, супер популярити, и мне будут что-то задавать. Ну, то я шучу. Ну, я к тому, что я любитель соцсетей. Это круто. Так как у нас сейчас век технологий, мы все идем в ногу со временем, и соцсети — это тоже продвижение. Конечно же, я против, когда дети, еще совсем дети, реально садятся за эти соцсети, когда
они вот реально живут в них. Ну, нельзя так. Соцсети это для общения, но чтобы прям там жить, знаете, лайк поставила там девочка или мальчик, о боже, я ей нравлюсь. Расслабься, просто нравится фотография. Хотя некоторые реально так и делают. Поставил лайк, чтобы на себя обратили внимание там. От соцсетей тоже нельзя зависеть. Хотя Лёша считает, что я даже немного зависима от соцсетей. Я их просто люблю. Мне нравится прикольчик этот стиль соцсетей. Вот это круто. Это классно. Еще классно в Инстаграм, когда себе ставят лайки вообще люди с разных стран, там, вы друг на друга подписываетесь, может быть, тебе что-то комментируют на английском. И ты такой крутой, типа, ты классный язык знаешь, тоже отвечаешь. Ну, поэтому я люблю соцсети. Это так, разболталась, я что-то Ютуба насмотрелась, пока, наверное, сделаю превью на видео и буду читать Кинга, потому что папа не звонит, я так понимала, что он может даже не позвонить уже полтретьего. Сижу, смотрю на снег. Скоро, Лёшка, пишу, что уже домой. Все съела, типа. Не все, Лёша, еще не все. Но пока вы вернетесь домой, я съем все. На самом деле, я даже не ем ничего толком. Я только пью свою воду, он с лимоном. Потому что у меня уже днём живот болит. Мне нельзя столько пить воды с лимоном. Короче, так как мне делать нечего, буду вон делать, типа, французский маникюр, потому что я, типа, не умею вообще нормально ногти красить. Что это за штука, спросите вы? Это Каринкина штука, она когда уехала с квартиры, она это дома оставила, потому что это для самостоятельного французского маникюра. Каринка делает ногти, ну, девочки, она делает гель-лак, а я не делаю, единственная в семье. Лох в семье, я не делаю гель-лак. И здесь, получается, как основа есть вот такого телесного цвета. И вот этот вот белый лак специальный для самих ноготочков. И вот эти вот штучки, чтобы лепить, вот. И красить аккуратно. Ну, я черти шо, конечно, сделала, но мне просто делать нечего, я уже не знала, что делать. Блин, запихивается. Всем привет, друзья. Здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Ты не друг, если что, так. Никто? Не друг. Ты не друг мой, ты мой враг. Ой, прямо хороший у тебя враг. Как у вас дела? Не сказать. А у нас хорошо. Праздник, последний праздник отгремел. Отгремел. Отгремел конкретно, да, отгремел. Да. Все. Мы приехали с работы. Сидим, жуем яблоко. Да. Я себе во множественном числе, да. Мама купается, папа вообще еще не пришел. Да. Где он? Папа по делам ушел. Не знаю, где-то там по работе. Я сделала те ногти, что я вам говорила. Я не сделал тебе ногти, что Диана вам говорила. Короче, не фокусирует мою руку, ну, черт, что обрушу. Вот сейчас буду сидеть помаду себе искать, потому что моя помада заканчивается. Ну, а твоя матовая вот эта красивая? Там же вообще капелька, даже не могу уже ее красить без кисточки никак. Что, друзья, сегодня будем пробовать шоколадку. Я говорила же. Всякое разное. Ну, ты говорила, теперь я скажу. Ну, говори. Со всякими там морскими солями. Ой, капец, посмотрим, что с нами будет. Что вот уже были этой воды. Правильно, передяжка начала наконец-то правильно. Да, с лимоном, просто с лимоном нельзя много воды пить, наверное. Ну вообще, так зачем ты пьешь с лимоном? Там одну штучку я туда кинула, на 700 мл. Самой обычной воды не надо пить с лимоном. С лимоном это нужно выпить одну, там, с один стаканчик в день. Все, а не литр воды себе с лимоном сделать, и все. А то что будет? Я же вот так разъезд. Острить себе, блин, заработаешь, вот и все, что будет. Заболей и умру. Вот именно. И сидит довольно. Вообще все, ждем папу Дианы и будем кушать шоколад. А кушать будем вообще? Тестировать. А вообще кушать не будем. А вообще поесть. Но кто первый? Коньяк уже выветривается. Какой первый будем пробовать, выбирайте. И? А не написано, пробуй. Потом скажешь, что это там. А как понять? Ну вот попробовать. У нас вот это. А потом папе. Чудо-поляна. Я, ну как это, как мраморная дыбка есть такая. Да-да-да. Ванильная такая. О. На папе. Ой! С чем? С перцем! Явно! Ты чё? 50 лет. Сколько перца ест, Паша, тебе? С перцем? Горьким? Не очень? Зачем? Обидно. Нужно было больше перца. О, нормально. Острый. А он вообще не острый. А ну острый, чего? Все, больше не буду тебе дарить необычные шоколадки, раз ты такая. Это соль. Он что, соленый? А ты, кстати, что, как насчет курты? У меня была история с индюками, я даже не знаю. Соленый шоколад? Мне кажется, просто шоколад. Сверху присыпали кристаллами соли.
Соль слезал, а сахар шоколад обычный. Не, она не сверху, вот он снизу, как бы внутри. Не очень. Да, она меня преследовала. Она преследовала. Не так. Потом хотела поменять. Нет, слезал шоколад на вибрике. Она звонила. Я прям соль кушать не надула. Они просто шоколад. А мне нравится. Вот соленый, вкусный. Ну, Девосек, пробуй. Это какая-то приправа. Имбирь? Корица. Это не корица? Корицу нельзя есть, когда она посыпана. Это корица, вот смотри. Не бросят. Это вот. Жену свою, которую выбрал. Корица, не чувствуешь? Ну, когда не очень. Какая-то она не корица. Девосек, дай кусочек. Не покупай в такой шоколад. Не очень. А это будет просто расстройство года. Потому что старались стоять. Я часа пол, наверное, там стоял, выбирал. Рафаэлок твоих нет. Рафаэлок нет вообще, во всем Ашане нет рафаэлок. Выбирал, выбирал. Выбрал. Больше мне нельзя выбирать кашикова. А сейчас виновник торжества будет пробовать другой вид шоколадки. Что, пап? Ой, мандаринку давай. Давай вот эту. Нет, девочек, ты же виновник торжества. Не-не-не, ты покупал, я попробовал. Я хочу, чтобы ты попробовал какую-то. Вот эту давай, я хочу, чтобы ты первый. Ты уже знаешь, какая. Я не знаю, честно, не помню. Как тебе вообще нравится? Мы, наверное, не гурманы просто. Еще какая-то приправа. Нет, спасибо. Правильно, Росичка. Хочу вам предложить все вместе. Раз у нас были уже елка была, игрушки. Перец? Это перец. Перец уже был. А там два перца. Перец. Чили? Ну, там красненький нарисован какой-то. Острый, жгучий, каенский. Да, каенский перец. О, давай, я хочу. Где он, вот это? Да. Первое. А он непонятно, вот он на языке сел, а мы вообще его без перца делаем. Его на язык приправы ложишь, он острый, переворачиваешь. А, потому что посыпано приправой, но... Как-то это вообще нереально. Вот я на язык положил этой приправы, острый, острый, острый. Они просто этими приправами присыпали шоколад. Причем шоколад не обычный, самого не хорошего качества. Вот как. Вот вам и харьковский этот. Вы плохие шоколадки делаете. Честно говоря, коробка, упаковка лучше, чем наполнение. Интереснее, просто она интригует, почему ты ее взял. Я бы, наверное, маме такое тоже когда-то бы купила. Я читал, я почитал, лучше ты купил вот эти конфеты, фрукты в шоколаде. Рафаэла. Не, он хотел удивить. Фрукты в шоколаде в Ашане только маленькие, совсем маленькие. Ну, хватило бы. Ну вот, да. Да нет, что, молодец, попробовали. Спасибо тебе большое. Ты же не знаешь, какой он на вкус. В Сельпо этот казковый вечер за 10 рублей взял черный шоколад и посыпал приправой. То же самое. Кстати, да, мы бы такое сами могли бы сделать. Купить шоколадку и посыпать, да? Ох, не, это горько, конечно. Запей коньяком. Спасибо. Я как Самвел уже. Оперная дела голос смеха. Ну давай. Делай сока. Пробуй. Это самый безобидный. А это, наверное, с имбирем. Ну? И что ты скажешь? Просто шоколад, да? А можно и посмотреть, потому что я сомневаюсь, что это ну? Точно? Это как черный перец горошком, только красный. Еще и хрустит на зубах. Папа, где мандарины? Острый? Он мёд, он гадкий. Гадкий? Ой, фу. Ты меня, походу, очень любишь. Он сказал, что я такая, как это шоколад. Сладкая, но с небольшой горчинкой. Такая метафора звучала. Я что-то придумаю. Тут последний остался вид. Да, маленький секрет. Варенье добавить... Последний вид, непонятно с чем. Который? Вот для кого это все сделано? Не, я пас. Последний кусочек. Ты первый. Да. Нет, ломай, да, отломай нам два кусочка. Тебе имбирь. Слушай, я не хочу имбирь жрать. Давай мне кусочки себе. Это имбирь?
Мы настоящие. Ну, девчонок, шоколадом. С днем рождения. Спасибо. Вот спасибо. Ты кирпичиво огород мой со всех сторон. Ну, чем тебе брат? Благодаря качествам, которые, в общем-то, очень важны в мужчинах. Я вот этот самый безобидный. Не, он даже приятный на вкус. Это шоколад уже мне весь неприятный. Вот у этого привкус хороший. Вот это единственный вкусный шоколад попался. Это фиаско. Найдёшься. Как вкусно. Как вкусно. Ты ещё купишь? Нет. Так вот прошла наша дегустация. Да, сегодня у меня в роли Цезаря. А вы? Где твой этот веник на веник, смотри. Забыла, как называется, венок. А если это веничек, я думаю, веничек. Я перепутала, блин. А вот, завтра я скажу, работаю опять. Самый лучший, да? Перфект. Кто-то там уже писал, что ничего не понравилось, вы были правы. В этом шоколаде не понравилось абсолютно ничего. Знаете, мама сказала правильно, шоколад не самого лучшего качества, просто присыпали тем, что там написали. А вообще оно должно быть внутри. Коробка такая, знаете, вот маркетинговый ход. Люди дурят, блин, деньги и такие, вкус как... вкус разный, ты же не можешь его открыть, посмотреть, оно же запечатано все со всех сторон. Маленькие кусочки шоколадок, видно, присыпали. Красиво, да? Все. За такие деньги можно импортное что-то купить, да, вообще другое? За такие деньги, да, можно было в Сильпо нормальный шоколад взять. То есть этот шоколад далеко не дешевый, хотя его там было. Ой, козлы. Вот так. Вот так вам, чтобы все знали. Будем мы спать. Да? Да, будем спать, потому что сегодня работа, завтра работа, да уже и время почти 10 часов. Мне с утра на работу, конец недели. Я ура. Буду сидеть. В субботу экзамен, ура. А, в субботу же экзамен, я уже забыла. У тебя и меня, да, в субботу к бабушке, в субботу с Вовчиком встречусь, давно вы его не видели. Думаю, покажу его ненадолго, конечно, но... Покажу. Ну, а завтра, я не знаю. Завтра. Да и сегодня тоже рабочий день, и праздники закончились. Опять вот этот круговорот. То есть, пока еще... Ну, ничего такого особо интересного не происходит. Ну, как я говорила, и не должно. Но всегда все интересно происходить. Да. Так что, друзья, вы подписывайтесь обязательно на наш канал. И не забывайте ставить палец вверх. Комментируйте видео. И ждите новые. Все, ребят, всем спокойной ночи, до встречи, пока-пока. А группа ВКонтакте? И в группу ВКонтакте вступайте, ну не забывайте. На все соцсети подписывайтесь. У меня только ВКонтакте. Ну мы тебе потом создадим тоже. У него твиттер есть, у Лёшки. У меня он есть в читаемых, но он просто им не пользуется. А там фотка у него есть такая, зайдите, посмотрите. Компромат. Пока.